Знаете, почему орнаменты на столбах в Минске перекрашивают вот в такие вот цвета? Все потому, что этот орнамент взят из Слуцкого пояса. А на Слуцком поясе орнаменты были именно в таком цвете. Поэтому решили воссоздать этот эффект и перекрасить орнаменты на столбах в такой цвет. А раньше они были вот такими. Кто знал, кто не знал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Алексей Дужий. Пока!